Выставляем иглы для резинки 2 на 2 через 2 иглы. Берем линеечку. С левой стороны от 0 мы начинаем выставлять иглы от иголочки 69. С правой стороны у нас заканчивается иголочкой 68. Выставляем тоже иголочки. Ручка сдвига фантуры у нас стоит на H5. Ставим на обе каретки плотность 0,0. Обнуляем счетчик. Заправляем ниточку в каретки. И провязываем один ряд. И как у нас написано в инструкции, делаем плотный красивый край вязания. Выставляем плотность 1,1. Ставим сейчас на пи и смещаем ручку сдвига фантуры на 6. И провязываем. Провязываем до 20 ряда. Вот эти две иглы можно перенести на заднюю игольницу. Обычно я их переношу. Они у нас получаются лишние. С 20 ряда я плотность выставляю 2,2. И провязываю еще 10 рядов до 30 ряда.
30 ряда я выставляю плотность 3-3 и провязываю еще 5 рядов до 35. Тридцать пятого 4 плотность 4 и до 40 ряда. Сорок рядов. Обнуляю счетчик. Ставлю на 0. Резинка у нас готова. Мы переносим с передней игольницы на заднюю все иглы. Я перенесла все иглы с передней игольницы на заднюю, опустила переднюю фантуру, поменяла каретку, поставила на каретке 6 плотность и провязываю 2 ряда. Обнулила обязательно счетчик. На каретке ставлю 7 и провязываю еще 2 ряда. Вот. Плотность 8 и еще 2 ряда. И выставляю плотность 9. Это основная плотность нашего изделия. С 6 ряда я начинаю убавлять петли. Сейчас у нас стоит количество петель от 0 влево 69 и вправо 68. Выравниваю по количеству, с одной стороны убавляю, у нас получается 68. На счетчике 12 ряд и убавляю с двух сторон по одной петле. Восемнадцатый ряд по одной петле с двух сторон. Двадцать четвертый ряд одной петле. Двадцать
30 ряд по одной петле с двух сторон. Тридцать шестой ряд по одной петле. Также буду в 42 ряду по одной петле убавлять, 48 и 54. 54 ряд мы сделали последнее убавление петель. И у нас на фантуре осталось 120 игл в рабочем положении, 120 петель, 60 с левой стороны от нуля и 60 с правой стороны от нуля. Теперь провязываем до 63 ряда. Третий ряд, и мы начинаем прибавлять петли. Шестьдесят третий ряд провязываю справа налево и прибавляю с левой стороны, ставлю сразу иглу в рабочее положение. Теперь буду вязать с лево направо и с правой стороны подставляю одну иглу в рабочее положение. Шестьдесят седьмой ряд провязываю с права налево и подставляю с левой стороны в рабочее положение одну иглу. Провязываю слева направо и с правой стороны одну иглу. Семьдесят второй ряд. Теперь я буду слева направо провязывать и подставляю с правой стороны иглу в рабочее положение. Справа налево, с левой стороны в рабочее положение. Семьдесят шестой ряд. Каретка у меня с левой стороны, подставляю иглу с правой стороны. Каретка с правой, с левой стороны подставляю иглу. 81 ряд, каретка с правой, подставляю в рабочее положение с левой стороны иглу, каретка с левой, подставляю в рабочее положение с правой стороны иглу. 85 ряд, подставляю иглу так же, как я и рассказывала до этого. 89 ряд. Третий ряд.
97 ряд подставляю иглы. И сотый ряд. Три у нас на счетчике ряда, и на задней фантуре в рабочем положении вяжут иглы 140 игл, 70 от 0 вправо и 70 от 0 влево. Сейчас мы будем начинать вывязывать реглан. Так как у нас каретка оказалась с правой стороны, начинаем вывязывать реглан с правой стороны. Навешиваю на самый край грузик и закрываю 6 петель. Пять и шесть. Провязываю ряд. И с левой стороны делаю все то же самое. Шесть. 106 ряд, и мы начинаем уменьшать реглан по 3 петли. У меня есть декер с 5 ушками, с 5 ушками. Вы можете взять декер с 3 и 2 ушками. Я покажу, как это делается. То есть мы берем 2 оставляют петли, беру 3, 4, 5, снимаю, переношу на 3 петли соседние. 2 крайние снимаю и переношу на 2. То же самое я делаю с правой стороной. Это у кого нету декеров 5 ушками. Провязываем. Сто десятый ряд и переносим 3 петли с двух сторон. Я буду переносить декером.
там где 5 ушек. Пятнадцатый ряд перенесем грузики повыше, чтобы они сильно хвостик не оттягивали, и переносим 3 петли с одной стороны и 3 петли с другой стороны. Почему я вот так вот подтягиваю ниточку? Сама ниточка очень пушистая, и чтобы она не цеплялась за вот эти колесики, я помогаю ей вот так вот. Сто девятнадцатый ряд. 3 петли. Сто двадцать четвертый ряд. 3 петли с двух сторон. 128-й ряд. 3 петли с двух сторон. 3 петли я буду убавлять в 133-м ряду, 137-м, 142-м, 146-м, 151-м, 155-м, 159-м. Сейчас у нас на счетчике 153 ряда мы провязали. Из этого ряда мы начинаем закрывать горловину. Возьмем второй клубочек, моточек, заправим во второй нитеводитель. И со 153 ряда мы должны закрыть 24 петли в середине. Так, считаем. От 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 с одной стороны. 2, 4, 6, 8, 10, 12 с другой стороны. 24 получится у нас петли. И я всегда беру крючок, какую-нибудь контрастную ниточку, и всегда обозначаю, где у меня середина. Потом, когда я пришиваю горловину, то мне очень удобно. На отметочке 0, она будет приблизительно центр, это 0. Беру ниточку со второго клубочка и начинаю закрывать, повешу грузик, начинаю закрывать петельки. Так как у меня уже будет вязать вот эта вот сторона, то мне эта нитка должна, чтобы вязала с этой стороны, эту сторону плеча получается. Начинаю закрывать с этой стороны, тогда.
Я закрыла 24 петли. И сейчас вот ниточку от второго клубочка я завожу за фантуру и провязываю до середины, до нуля провязываю ряд. Так, да, мы провязали правое плечо, достаем с нити водителя ниточку и заправляем ее за фантуру. Берем вторую ниточку левого плеча, заправляем в каретку и провязываем ряд. Это 154 ряд. Сейчас нам нужно с правой стороны вот так вот завязываю тут кончик, чтобы не было большого, чтобы не было дырочки большой. Так, теперь нам нужно закрыть 4 петли с правой стороны. Раз, два, три, четыре. Так, провязываем до середины, меняем ниточки . Сейчас мы с левой стороны закрываем 4 петли. Это 155 ряд, и мы должны снять по 3 петли с двух сторон реглана. Это вот нельзя забыть. Поэтому будем вязать очень медленно вот в этом месте. Не спешить. Так. Провязываем ряд. Меняем нитки. Сто пятьдесят шестой ряд. И мы так, с правой стороны закрываем 2 петли. Раз, два. Провязываем. Теперь с левой стороны 2 петли. Провязываем. Сто пятьдесят восьмой ряд. Еще закрываем с правой стороны 2 петли. Провязываем. Сто пятьдесят девятый с левой стороны петли 2 закрываем.
И также в 159 ряду мы должны перенести реглан наш. 3 иглы. Так. С этой стороны. И с этой стороны. Так, переносим. Очень нужно быть внимательным здесь. Так, вот. Тут 6 у нас с этой стороны, тут 5. Пятьдесят девятый ряд провязываем. Так, 160 ряд. Здесь мы закрываем одну петлю. И с этой стороны мы переносим тоже одну петлю. Провязываем. Еще провязываем. Сто 162 ряд переносим по одной петле. Провязываем 2 ряда. Сто 164 ряд переносим по одной петле. И провязываем еще 2 ряда. Так, все. Теперь мы полностью закрываем все иглы. С правой стороны у нас получилось 2 иглы, с левой стороны 3 иглы. Так, перед у нас готов. Снимаем перед с гребенки. Вот получился у нас реглан. Переда.